Упорная борьба под оглушительную поддержку болельщиков. В Твери с большим успехом прошел предсезонный турнир Кубок компании City Life альтернативной хоккейной лиги. Соревнования показали, что в городе создается все больше любительских команд, уровень которых постоянно растет. Заполненные трибуны, бескомпромиссная борьба и яркие эмоции у всех. Этим запомнился турнир Кубок компании City Life, который прошел в Тверском спорткомплексе «Кристалл». Среди зрителей не только молодежь, поддерживающая своих друзей. У Натальи Щербаковой на льду сын. В составе команды Night City он отчаянно сражается за победу. Основные плюсы от того, что он хоккеем занимает в свободное время. Здоровый образ жизни и интересно всегда проводит время. Очень захватывающая игра, очень интересно смотреть. Финал получился очень напряженным. Долгое время держался ничейный счет 1-1. И лишь в третьем периоде команда военной академии ВКО одолела Night City. 4-2. Таков итоговый результат матча, который, по мнению обеих сторон, удался. За счет молодости, да, где-то скорости были больше, где-то в зоне их прижали. А когда в зоне прижимаешь, нет-нет, ну, случаются голы, количество переходит в качество. Проигрывать, конечно, обидно, но в Night City все равно рады, что в Твери появился такой турнир. Нам все нравится здесь, ну, по моему мнению, как бы, и так вот слушаю людей, ну, здесь уровень повыше, здесь реально интересно играть. Как и положено, по окончании матча церемония награждения с вручением призов от спонсоров. В том числе и от главного – оконно-дверной компании City Life, которая большое внимание уделяет пропаганде здорового образа жизни. Компания City Life выступила главным спонсором турнира. Они предоставили призы. Это кубок, наградная атрибутика, приз лучшему игроку турнира. Этим турниром АХЛ только предваряет основной чемпионат, который стартует в октябре. Заявку можно подать на сайте лиги, причем как командную, так и личную. При этом статус дебютанта будет только плюсом, отмечают организаторы, которые своей целью ставят именно популяризацию этой замечательной игры.